В ефірі програма «Це вас хвилює». І з вами я, Галина Щирва. 14 листопада щорічно відзначається Всесвітній день боротьби проти цукрового діабету. І Миколаївщина долучається до всіх акцій, які проводяться у цей день. Отже, і сьогоднішню програму ми присвячимо саме цій актуальній темі. А наскільки, до речі, вона актуальна, ви можете судити тільки із таких цифр. В Україні вже захворіло на цю хворобу понад мільйон осіб. Які справи з цим захворюванням на Миколаївщині? Про це ми поговоримо і з нашими гостями у студії, виконуючи обов'язки начальника обласного центру здоров'я Оксана Баланська. Добрий день. І обласний позаштатний ендокринолог Наталя Ткаченко. Вітаю вас. Добрий день. Отже, яка ситуація із цим тяжким захворюванням саме у Миколаївській області? На самом деле, да, если мы говорим о статистике, то можно сказать, что на диспансерном учете в Николаевской области сейчас состоит чуть меньше 35 тысяч людей с сахарным диабетом. Заболеваемость, тоже, наверное, можно судить по такой цифре, что за 9 месяцев впервые обратилась с этим заболеванием более 2000 человек, 2300 обратились с этим заболеванием. Порівняно с другими хворобами, серцево-судинами, например, можно порівняти? Скажем так, Всемирная организация здравоохранения определила 4 неинфекционных заболевания, которые приводят к наибольшему количеству инвалидизации трудоспособного населения. Вот наравне с сердечно-сосудистыми заболеваниями сахарный диабет тоже входит в эту четверку заболеваний. Почему, наверное, нужно, и спасибо, что вы нас пригласили на прямой эфир, почему нужно говорить об этом заболевании? Потому что это заболевание, нельзя сказать, что никак никакое другое, но это заболевание очень хорошо поддается профилактике. А ми зараз запросимо до нашої розмови і наших глядачів 76-92-42, телефон студії прямого ефіру. Якщо у вас є запитання, які стосуються нашої теми, то ласкаво просимо приєднуватися до нашої розмови. Прошу. Это заболевание подается и профилактике, и Наталья Юрьевна скажет, что в случае, если это заболевание у человека есть, то врачи в состоянии ему помочь, чтобы он получил активное долголетие и как можно меньше страдал от этого заболевания. Что касается профилактики, то в частности Николаевский областной центр здоровья при помощи и поддержке эндокринологической службы области проводит много мероприятий, которыми мы хотим подчеркнуть. Очень простые меры, очень простые действия способствуют тому, чтобы человек снизил в разы риск заболевания сахарным диабетом. Наверное, будет правильно, если Наталья Юрьевна, как специалист, остановится на том, как снизить. Це дуже важливо, профілактика, тим більше, якщо вона дозволяє знизити ризик захворювання. Але спочатку давайте надамо слово нашому ендокринологу і просимо пояснити, що це за хвороба і чому вона така страшна для людини. Сахарний діабет – особе заболевання, це обмінне заболевання, при котором страдают не только углеводный обмен, но и другие виды обменных процессов, в частности, жировой обмен. Поэтому и сахарный диабет идет наряду с сердечно-сосудистыми заболеваниями, потому что, как вы знаете, в основе этих заболеваний тоже лежит нарушение жирового обмена. Вот у наших пациентов во много раз быстрее прогрессируют эти нарушения жирового обмена, и они во много раз чаще становятся пациентами кардиологов. Сахарный диабет – это заболевание, которое связано с тем, что или поджелудочная железа перестает вырабатывать достаточное количество инсулина, или у большинства людей плохая чувствительность к этому инсулину, или он имеет не совсем правильное качество, чтобы попадать в клетку и выполнять полноценно свою функцию. Поэтому диабет и делится на первый и второй тип. Вот второго типа диабета 90% наших пациентов. И это тот самый диабет, который можно профилактировать. А профилактика сахарного диабета банальна до ужаса. Мабуть, для цього потрібно знати причини виникнення цієї хвороби. Прежде всего, конечно. Риски.
Но дело в том, что причины, собственно говоря, наш малоподвижный образ жизни, изменение питания на углеводистое. Вот отсюда и исходит профилактика. Это правильное здоровое питание, это отказ от вредных привычек, это подвижный образ жизни, это увлечение спортом, это достаточные физические нагрузки. То есть это все до банальности просто. Но кто же из нас это делает? Ведь мало кто уделяет этому внимание. Мы думаем, ну завтра, ну с понедельника, ну в следующем году. И вот так каждый день мы снова и снова откладываем эти мероприятия на потом. А сахарный диабет... тянется до булочки, конечно. А ноги до спортзала. А булочка – это быстрый углевод. К сожалению, все сладкое и мучное – это... такие гормоны удовольствия, которые повышают настроение, уменьшают стресс, который мы получаем на работе. И за счет этого вечером мы их съели, мы расслабились и мы довольны. Ну а поджелудочная страдает. И тогда мы должны знать, какие профилактические заходы есть щодо этого захворювання, правда? Конечно. Ну, скажем так, основной профилактикой заболевания является здоровый образ жизни. А если говорить, может быть, чуть прицельно о здоровом образе жизни в том, что касается профилактики сахарного диабета, это пищевой режим, правильное питание. Ну, не то чтобы диета, это определенные ограничения по какому-то принципу, да? А здесь, наверное, правильнее говорить не о диете, а о правильных пищевых привычках. Что такое правильные пищевые привычки? В пищевые привычки входит и правильный и достаточный прием жидкостей. Нужно начинать свой день со стакана здоровой, хорошей, чистой воды. Воду желательно выпить натощак, желательно, чтобы промежуток между приемом воды и приемом еды был полчаса. Противопоказаний. Скляночка простой воды может гарантировать здоровье. Скляночка простой воды может помочь нашему организму начать работать правильно, чтобы запустить все наши внутренние механизмы таким образом, чтобы они не сбоили, чтобы они работали правильно. Здоровый человек, если нет медицинских противопоказаний, должен выпивать в день не менее 2 литров воды. Может, Наталья Юрьевна меня это поправит? Индивидуально. Это индивидуально, болезни, в зависимости от веса. С врачом. Но общая норма такая. Кушать вовремя не менее 3 раз в день. Эндокринологи говорят, желательно 5 раз в день. Количество еды должно соответствовать вашим физическим нагрузкам. Потому что, извините, ну... мы не грудные дети, чтобы кушать сильно часто, а у нас часто иногда еще определяется количеством порций. Вот количество порций по объему от этого не страдают, от кратности питания. Порции большие, каждые 4 часа, а потом откуда же прибавка в весе? Ну как же ее не будет? То есть количество съеденной пищи должно соответствовать вашим физическим нагрузкам. Вы трудитесь больше, вы физически много тратите энергии, вы можете себе позволить больше еды. Вы можете себе позволить какую-то углеводистую пищу, которая сгорает во время физических нагрузок, во время тренировок. Но если у вас лежачий-сидячий образ жизни, то, соответственно, и должно быть соответствующие виды продуктов вы должны употреблять. Большое количество клетчатки, которая очищает наш кишечник, которая поставляет нам витамины, минеральные вещества. А это откуда? Это овощи, прежде всего. Должны быть свежие фрукты, а не соки, как мы хотим. Особенно покупные в магазинах соки, которые, к сожалению, содержат очень мало натурального сока, а в основном это какие-то добавки и какие-то консерванты. Фрукты только лучше. Почему цельные? Опять же, это клетчатка, это витамины, это минералы. Это восполняет наш организм. Плюс это каши, потому что это те углеводы средней продолжительности, которые работают в организме, дают стабильность, дают сытость. Наша любимая гречка эндокринологическая, которую мы советуем и нашим пациентам с диабетом, потому что это самая низкокалорийная каша, которая дает сытость, и человек не чувствует голода, он может спокойно продержаться до следующего приема пищи. Да, мы раньше говорили, что надо перекусы, но то количество калорий, которое поступит, ну куда же их деть? Значит, нужно их отработать. Ну, есть определенные ориентиры, тем не менее, безусловно, порция еды будет варьироваться от наших физических нагрузок, от того,
какой вес мы имеем изначально, но средняя порция еды – это та порция еды, которая должна уместиться. И тут, Наталья Юрьевна, если показать, это будет очень огорчительно для зрителя, у нее еще ручка маленькая, в ладошке. Это та средняя порция, которую вы должны съесть за один прием еды. Кроме этого, очень многие люди говорят, я много пью, спрашиваю, что вы пьете? Ну, вот Кока-Кола, Фанта. Да. Буквально сегодня пример, вы абсолютно правы, пациент с повышенным сахаром крови, кардиологически больной, и говорит, так что мне теперь Кока-Колу не пить? Не пить. Конечно, не сказала. Это же не продукт питания. Ну, какая в этом необходимость? Что здорового в этом напитке? Я не знаю. Скажем так, мы все в жизни, да, мы всегда выбираем между чем-то и чем-то. Безусловно, наверное, все мы в жизни какие-то делаем нарушения. И если человек там раз в месяц выпьет два глотка Фанты или Кока-Колы, будучи здоровым, я думаю, что это не нанесет кардинального вреда его здоровью. Но между пить регулярно Фанту и Кока-Колу и между... Или любые другие сладкие напитки, да, которые содержат очень вредные вещества. И быть здоровым и не обращаться... Быть здоровым, радоваться жизни и как можно меньше обращаться к врачам за медицинской помощью в том, что касается лечения приобретенных заболеваний. Ну, мне кажется, что здесь лучше сделать выбор в сторону здорового образа жизни, своего здоровья. Тоже прості поради. Я думаю, під силу кожній людині. Під силу каждому. Але... Не требует какой-то лишних капиталов вложений. Больше времени не нужно тратить. Если вы пошли в магазин, и перед вами лежит определенное количество сортов хлеба, а сейчас в магазине мы можем выбрать, у нас есть такая возможность, то лучше сделать этот выбор не в пользу белой булочки, очищенной, которая представляет собой, ну, практически, да, концентрацию быстрых углеводов. Быстрые углеводы, которые очень быстро удовлетворяют мозг, конечно, настроение повысилось, да. Но это практически ноль, это взрыв углеводов, это огромное количество энергии, которое, ну, никуда не денется, если вы сидите вечером перед телевизором. Куда более того, возникает своего рода пищевой алкоголизм. То хочется есть вы один раз порадовали себя, второй раз организм к этому привык. Он говорит, а где моя радость? Дай мне, пожалуйста. Очень хочется предложить нашим зрителям радовать себя немножко другим. Радовать себя своим здоровьем и своим ощущением здоровья, своей активностью. Вы видите, что максимально простые рекомендации. Питьевой режим, умеренные порции, порции разбитые во времени, в течение дня, физические нагрузки. И корыстная ежа. И отказ от вредных привычек. А то, что касается двигательной активности, знаете, был когда-то такой популярен анекдот, когда женщина пошла к врачу, врач ей выписал бутылку микстуры, банку. Приходит она к нему на следующий день за рекомендациями, говорит, вы пьете микстуру? Она говорит, так уже. А что уже? Ну как уже? Выпила. А, ну я ж вам... Так там было написано, за разу в день. То есть, да, три раза в день. Так вот, все, о чем мы говорим, не надо делать за разу в день. То, что мы делаем, должно быть логично. Логично должно отвечать нашим физическим возможностям. Физические нагрузки, если у вас есть излишний вес, а это, безусловно, риск развития диабета, не надо его сбрасывать благодаря каким-то аккордным нагрузкам. Этим можно только больше себе навредить. И все хотят, чтобы это произошло очень быстро. А быстрая потеря веса таблеточку точно так же возвращается. И все хорошо. Не бывает. Да. Мы поговорили про то, что каждая людина может сделать для своего здоровья. Да. І тут на допомогу приходить центр здоров'я, так? Ну, центр здоров'я одним із основних своїх задач видит то, щоб в центрі здоров'я щодо цього захворювання. Ну, в ідеалі, да, на далеку перспективу, це все-таки привитие не тільки моди на здоровий образ життя, це хотілося б, щоб чоловік почувствовал необхідність введение здорового образа жизни. Как немедленная задача попытаться
сделать так, чтобы как можно большее количество людей обратило внимание на свое здоровье. Не тогда, когда они больны. Да, когда они здоровы. Что мы для этого делаем? Мы, безусловно, есть такая врачебная рекомендация, что если у вас со здоровьем все условно хорошо, то желательно было бы проверять уровень своего здоровья по объективным показателям 2 раза в год. Ну, мало кто из нас это делает. Скажем честно, по какому пути мы идем? Мы идем по пути организации скрининговых, мы идем по пути организации таких рекламных акций здоровья. Мы проводим скрининговые обследования населения. Что такое скрининг? Это обследование условно здорового населения. Это социальная реклама, та, которую вот мы нашли для себя такую форму. Вы проводите ее в Николаеве? Мы ее проводили в прошлом, позапрошлом году в Николаеве. Мы очень благодарны, что Наталья Юрьевна нас в этом поддержала. Мы проводили следующим образом. Мы в местах естественного скопления населения, заранее информируя через средства массовой информации, проверяли всем желающим быстрыми тестами уровень глюкозы крови. И все люди, у которых уровень глюкозы крови не соответствовал норме, а норма есть для голодного желудка, да, то есть для голодной крови это до 5,5 миллимоль на литр крови. И с нагрузкой, то есть через 2 часа после приема пищи, 7,8. Вот все, у кого нормы не соответствовали, все, у кого показатели крови не соответствовали нормативных, мы приглашали на лекцию, которую Наталья Юрьевна проводила в Центре здоровья, и где все люди, у которых есть такая проблема, они имели возможность получить консультацию специалиста, что делать с этим. Но город... Чи багато вдалося виявити ось таких проблем? А вот я расскажу в этом году, как получилось. В этом году мы в районы поехали. Мы поехали в районы. Интереснее, почему в Николаеве достаточное количество врачей, мы и решили, все-таки возможности у пациентов шире. Да. А вот районы – это то, на что мы планируем и в дальнейшем больше обращать своего внимания. В якісь певні районы вы поехали? Ну, мы поехали... Можно сказать в определенном смысле, что это была проба пера. Мы осваивали немножко другую для себя форму. Если здесь мы имели возможность проводить в течение нескольких дней, формировать группу и потом уже приводить ее на лекцию к Наталье Юрьевне, то в районе у нас нет такой возможности, поэтому мы делали сразу 2 мероприятия, 2 в одном. То есть это скрининг населения плюс... Сразу же школа здоровья, которую проводили эндокринологи, которые с нами туда ездили. Вот мы были в Новой Одессе, и мы были в Баштанском районе. То есть відразу и поради, и обстеження. И сразу, да. Мне кажется, что это действенно. Ну вот за 2 дня у нас получилось 10 человек, которые впервые узнали о том, что у них есть определенное неблагополучие. Причем один случай меня... Честно скажу, даже так как-то поразил, когда у нас впервые был выявлен повышенный уровень глюкозы в крови на уровне 23,8. Да. То есть это у человека уже находится достаточно... Великий показатель. Это уже... В критическом состоянии. Да, это критическое состояние. Это показатель, который может привести к очень серьезным последствиям. И про це людина не знала. Нет, не знала. То есть это впервые выявлены. Что в этой ситуации хорошо? В этой ситуации хорошо, что человек сразу же получает возможность получить консультацию у специалиста, а так как мы это проводили на территории центральных районных больниц, то люди имели возможность сразу пойти к своему врачу, стать на учет и сразу начать корректировку своего состояния. Ну, чем больше мы сможем людей привлечь вот в это свое движение, тем, в общем-то, мы будем считать, что мы более эффективно это делаем. Потому что, да, безусловно, очень хорошо лекции, хорошо выступления на телевидении, литература. Но, наверное, если мы хотим достучаться до конкретного человека, то для того, чтобы он начал действовать, не воспринял эту информацию и тут же ее забыл, ему нужно дать какое-то объективный показатель его здоровья. То есть сказать, вот, вам нужно это, или у вас все хорошо, продолжайте дальше так жить, вы и так, ваш образ жизни соответствует тому, о чем мы говорим, о здоровом образе жизни.
Ну, когда человек узнает, что у него есть проблема, естественно, он уже более мотивирован для того, чтобы ее решать, чем если мы будем просто говорить, что идите, ну вот, пойдите, да. Тем более, что, скажем честно, на сегодняшний день такого рода анализ, он стоит определенных денег, население этих денег иногда, ну, на эти нужды, если человек не убежден в том, что ему нужно, его не бывает, да, может не быть. До речі, сьогодні я бачила таку соціальну рекламу, що чимало приватних лабораторій проводять безкоштовно подібні тести. Да, всі частні лабораторії проводять, но і всі районні лікарні, всі поліклініки міста Ніколаєва определяють цей аналіз безплатно. І якщо брати стандарти лічення, обслідування навіть, то кожен пацієнт, каждый человек, не пациент, каждый человек старше 45 лет должен раз в год определить свой сахар крови. Потому что, как из примера, который привела Оксана Юрьевна, вы поняли, сахар был выше 20, а симптомов у пациента не было. На сегодняшний день очень часто диабет протекает бессимптомно. То есть у пациента, кроме слабости, может не быть никаких жалоб. Поэтому раз в год нужно сделать свой сахар крови. А тем более, если у вас есть родственники, которые близкие родственники, которые болеют сахарным диабетом, у вас есть сердечно-сосудистые заболевания, болезни печени, поджелудочной железы, если у вас есть лишний вес. Это все группа риска. А на какие симптомы следует звернути увагу? Слабость, жажда, учащенное мочеспускание. Но это классические симптомы, зуд кожи. Но далеко не всегда они есть. Если у вас есть незаживающие раны, которые длительно не поддаются лечению, если есть выпадение зубов, не понять почему, если есть какие-то урологические, гинекологические заболевания, которые тоже не поддаются лечению, это все повод пойти проверить свой сахар крови. Ось так, да, несподівано. Вот так. Все в організмі в нашому взаємопов'язано. І навіть така краплиночка цукру може бути зайвою, або навпаки, її може краплиночка, не доставати это, для, наверное, нормального, да, життєдіяльності організму. К сожалению, сахарний діабет проявляє себе тоді, коли 50% клеток поджелудочної желези вже перестали працювати. То есть это краплиночка, это уже хвороба. Это уже длительно существующая. Вот чем раньше мы выявим диабет, чаще лучше было бы выявлять на стадии преддиабета, когда это все можно остановить на очень-очень длительный период. И тогда эта стадия преддиабета не перейдет в диабет, и это в руках человека. Просто нужно вовремя это найти, вовремя принять меры, банальные меры, про которые мы говорили, наблюдаться регулярно, выполнять рекомендации, и сахарный диабет можно предотвратить. А остановить его развитие, прогрессирование, гораздо тяжелее потом остановить прогрессирование осложнений. Ведь не вот этими сахарами 15-20 страшен диабет, а то, что страдают нервные окончания, и это ведет к нарушению чувствительности, появлению ран на ногах, потере зрения, нарушению функции почек, учащению инфарктов, инсультов. Вот этим страшен сахарный диабет. Поэтому, своими наслідками, так? Да, осложнениями диабета. Поэтому легче сделать профилактику, когда сахара слегка отклонены от нормы, когда это можно добиться простейшими средствами, не тратя на это огромные деньги, чем потом лечить, тратить огромные средства на лечение осложнений диабета. Ну и, наверное, для того, чтобы все-таки не попасть в болезнь, вот мы заговорили с вами о двигательной активности, да? Двигательная активность, тем не менее, хоть о ней много говорится, говорится о том, что гиподинамией страдает большинство нашего населения, население должно уделять внимание двигательной активности, мало говорится о том, какое количество двигательной активности будет достаточным. В принципе, если человек пройдется по воздуху 20 минут в течение дня, это будет тот минимум, который даст его организму возможность нормально функционировать. Не нужно бежать в спортивный зал при излишнем весе, не посоветовавшись с врачом. Часто, особенно это касается девушек в возрасте от 20 до 25 лет, когда все хотят быть молодыми, стройными, красивыми, а вдруг начинается весна или приближаются новогодние праздники, а где-то в районе талии заблудились лишние килограммы, барышни перестают кушать,
переставать кушать нельзя, это стресс для организма, если это делать неграмотно, и бегут в спортзал, где пытаются, то, что я говорила, сразу в день похудеть до тех размеров, которые они бы считали для себя приятными. А скажите, будь ласка, а ВІК захворювання є за статистичними даними? Коли слід переживати за свої? Ну, протягом всього життя, власне. На сьогодні, раніше говорили, що це заболівання більш старшого возрасту. На сьогоднішній день увеличується кількість пацієнтів трудоспособного возрасту. І, к сожалению, вторым типом діабета стали болеть діти. Ранее такого не наблюдалось. Сейчас наши дети идут с избыточным весом, если не сказать даже, что с ожирением, которое родители радуются. Ребенок упитанный, он так хорошо кушает, все замечательно. Но потом откуда-то появляется отклонение сахара крови, и у детей выявляют второй тип диабета, который, к сожалению, очень быстро прогрессирует, и эти дети очень быстро переходят на лечение инсулином. А, к сожалению, до 8 лет мы не имеем права назначать таблетки, а детям сразу назначается инсулин. После 8 лет уже применяются таблетированные сахароснижающие. Вот поэтому мы, эндокринологи, любим худих, спортивних і підтягнутих дітей. Дякую вам за цікавий ефір. Я сподіваюся, що ми запросили до роздумів наших глядачів, і вони ще раз замисляться про своє здоров'я і будуть пам'ятати про такі прості, але такі ефективні засоби для профілактики цукрового діабету. Отже, пийте більше води, ходіть усього 20 хвилин на день, і будьте здоровими. Хоча б 20 хвилин на день. І будьте здоровими. І дивіться телеканал «Миколаїв». До наступних зустрічей в ефірі. На все добре.